никто не ждал, а я вернулся. Ты меня забыл? Ебанулся? Я Алёша, я маленький мастер. Не забывай, что я опасный гангстер. Время пришло готовить мне кашку. Ты не хочешь? Тогда порву тебе рубашку. Главное, знай, с кем имеешь дело. Видишь меня, тебя ждет проблема. И тогда уже будет поздно. Посмотрю я в глаза тебе очень грозно. Из кармана я достану пушку и обменяю на одну печенюшку. Если не дашь, то я пожалуюсь папе. Папа возьмет, а шлепает тебя по сраке. Я живу свободно, как люди в России. Надоел учитель, показал ему силу. Я Алёша, и мне все можно. Поймать меня, дать пиздюлей невозможно. Не дал конфетку, не сварил мне кашку. Навалил в свои штаны огромную какашку. Я ищади ада, вылез я из ада. И моя мамаша была совсем не рада. Ну а что поделать, если я такой неадекватный, злой и совсем больной? Запили Алёшу, говорили вы. Я пришел к тебе домой, завопил и ты. Думал, все так просто, я не замечу. Подойди ко мне, в глаза отвечу. Ну и что теперь ты будешь делать? Если хочешь жить, то помоги домашку сделать. Подарили мне велосипед. Зачем он нужен? Лучше сделай мне омлет. Когда голодный, я очень злой. Подойди быстро и ноги мне помой. Подарю игрушку своей мамаше, а она в ответ всего лишь рукой помашет. Как же бесит происходящее вокруг. Буду скоро петь шансон, как Михаил Круг. Пойду играться я в комнату свою. Ивана Дорна я про себя спою. Ну-ка, Алёша, давай. Все так и не так, и как будто бы пустяк. Но кто-то скажет, что за черт, ни видосов, ни стримам. Все так, как всегда, у Хесуса опять беда. Но кто-то скажет, не везет пропащая душа. Хоп, хей, ла-ла-лей. А у нас тут юбилей. Хоп, хей, ла-ла-лей. Видео пили. Хоп, хей, ла-ла-лей. Доллар 70 рублей. Хоп, хей, ла-ла-лей. Но квас тебя хранит. На полу сижу, на елочку гляжу. Новый год я жду, но вот не пойму. Как же так пошло, что время то ушло, и с собой все старое сразу унесло. В Новый год я желаю всем, чтобы каждый был здоров, а иначе съем. В Новый год я желаю всем, чтобы встретить этот праздник было хоть бы с кем. Выйду погулять, и буду я мечтать, чтобы в Новый год сессию мне сдать. А еще хочу я видео смотреть, но один говнюк не хочет нам их запилить. В Новый год я желаю всем, чтобы вам и всем родным стало веселей. В Новый год я желаю всем, чтобы не пришлось вам впредь от Джесуса гореть.
удачи.